З якого віку потрібно чоловікам замислюватись про своє здоров'я, навіть якщо все виглядає дуже добре? Что касательно функции предстательной железы, то официально обязательное обследование мужчины проходит после 50 лет. Ну, это же человеческое сердце другое. Да. Это связано с тем, что возрастные изменения предстательной железы практически это удел всех мужчин в том или ином возрасте. Степень выраженности разная. В этом очень большую роль играет генетика человека, образ жизни тоже накладывает свой отпечаток, но тем не менее это возраст старше 45-50 лет. Но есть аспекты мужского здоровья, которые нужно поднять, стоит поднять раньше. Это в частности вопросы фертильности, способности к оплодотворению. Очень многие молодые люди сталкиваются с этой проблемой, уже будучи в браке и в течение нескольких лет не имея детей. И вот тогда при обследовании обнаруживаются проблемы. То есть это может быть в веке 25-30 лет? Да, это может быть так. Тем более, если к этому есть предпосылки какие-то. Например, если у мальчика, у ребенка обнаружена варикоцелия, левосторонняя, которая не оперировалась. В таких случаях это может приводить к бесплодию. И поэтому в таких случаях, перед тем, как решить вопрос, нужно ли нужно оперироваться, обязательно сделать спермограмму молодому человеку. Если спермограмма плохая, это обязательное указание на оперативное лечение. В том числе обращать внимание следует на половое здоровье, то есть на инфекции, которые передаются половым путем. Они также могут быть источником мужского бесплодия в очень большом количестве случаев. Поэтому если есть какие-то жалобы на мочеиспускание, на частоту, на ощущение зуда, дискомфорта, покраснение визуальное половых органов или мочеиспускательного канала, обязательно нужно обратиться к врачу. И в итоге обращать внимание на свое здоровье нужно в разном возрасте. Если речь идет об инфекциях, я бы рекомендовал обращать внимание это молодым людям с началом активной половой жизни. Если речь идет о предстательной железе, то по возрасту это следует делать с возраста 45-50 лет. Если же появляются какие-то симптомы, не откладывать и обращаться к врачу сразу по мере появления симптомов.